Девочка моя, я тебя прошу. Ну, я сначала полную налила, а потом забыла. Ростов, здравствуй. Ты в Ростове? Серьезно? Да мир, нифига себе. Это очень... М? Да. Или давай я сама подключу. Вот это день. Это готовище. Погодонские. Да, у меня новая курилка. Нет! Смотри, как у тебя с ресницами, у меня без. Вообще глаз нет. Да, но мне интересно же, ну. Hello! Ты кому? Как дела? Что ушла? Она где вообще? Вот что за звук? Привет. Ты в двух эфирах? Я ушла. Что-то. Как всегда, да. Тут и там. Я вообще не слышу вас из-за музыки сейчас. Сейчас я громче делаю. Что вы обсуждали? Не знаю. Да, знаешь где. Знаешь, конечно, знаешь, где Багаевка. Сейчас. Что вы тут обсуждаете? Сейчас мы обсуждаем то, что кое-кто тут очень рядом находится. Здрасте. Здрасте. Погнали, пообщаемся. Погнали. Вот. По-мужски. Ты в двух эфирах, что ли? Да. Как ты себя чувствуешь? Как выжатый лимон. Что такое? Hello. Чего мне репутацию портишь? I want. Я вот так вот вышла, короче, в потолок телефон положила, у меня столько зрителей было, блин. Они, наверное, там ждали. Вот когда там что-то сейчас будет, у меня темно. Я уверена. Нет, Галя. Его можно попробовать снять магнитом? Смотри, как штука. Тут есть двумя ложками. Нет, это что-то такое. Это Забагаевка. Потому что я через нее вижу. Привет. Вижу, раз Бога, там сказать через Багаевку. Ксюша. Всё, я с тобой. Ура. На берегу Крымки. Нет, не знаю. Спасибо большое. А еще мы ищем, как мне снять магнит. Вот этот вот. Леша говорит, надо найти магнит. Привет, пока. Ой, Дима, привет. Хорошо. Ну, блин, а что делать? Его надо распаковать. Это... Да, короче, когда ты покупаешь вещь, и мне забыли ее снять, в последнее время мне очень везет на то, что... И вот. А, хорошо. Я подскажу. О, моё. А... Конечно, ты не знал. Вообще, я всё постоянно ворую. У меня деньги в карты воруют, а я вещи. Ведь вот есть смысл сидеть, интересно. Расстраиваюсь. Лёша, я нашла магнит. Я нашла магнит. Вы же понимаете?
понимаете, что чтобы его снять, мне нужно будет раздеваться. Я не хочу раздеваться. Вот. Что? Что там дальше делать надо? Хочу. Мне завтра на волосы ехать. С утра я выйду, на волосы. Чего делать надо? Буду довольна. Мир вышел, Коля. Подождите. А, я думала, ты вышел. А где ты потерялся? Или это ты? Ой, а кто это? Я тебя потеряла, ты прикинь? Thank you so much, Шукин. Мои хорошие. И чё? Толку ноль. Вообще толку ноль. Нет, я не отдам тебе ее. 2 часа ночи? Мне кажется, она еще больше присоединилась. Я поняла, подожди, стой. Сейчас. Я думаю, что со светом не то. Не работает. Не работает. Я попыталась. Зая, давай я сейчас переподключусь, хорошо? Я сейчас зайду. Хорошо? А куда это? Сейчас мне Лёша объяснит, как снять магнит, и я вернусь. А, хорошо. Давай. Давай. Не выходи ни с кем, я сейчас вернусь. Звони. Привет. Здравствуй, солнышко. Смотри, магнит, оно же у тебя приклеилось? Ну. Сейчас.